Более 100 фактов браконьерства за 2 неполных месяца. В Гродненской области инспекторы охраны природы отмечают рост случаев незаконного лова рыбы в период нереста. Добрый день. Добрый день. Гродненская областная инспекция охраны животных всего мира. Нарушители инспектора находят почти в каждом рейде. Основные орудия браконьеров – сети. Такая рыбалка незаконна. Во время нереста ловить рыбу можно на один крючок и только с берега. Все остальное – нарушение. 46 миллионов рублей уже взыскали только по административным делам. С начала нереста в области возбудили и 8 уголовных дел. Один из последних эпизодов. В Новогрудском районе три местных жителя 1981-1984 годов рождения ловили рыбу неводом в мелиоративном канале. Их задержали с 8 килограммами щук, карасей, плотвы и густеры. Всего 145 штук. Причем все щуки даже не достигли размера, разрешенного к вылову. Уголовное дело возбуждено по факту незаконной добычи рыбы, повлекшей причинение ущерба в особо крупном размере. Браконьерам грозит до 6 лет лишения свободы. Сумма ущерба около 23 миллионов рублей. Уже через месяц ответственность за незаконную рыбалку возрастет. 26 июня 2014 года вступает в силу новая редакция правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, где значительно ужесточены ответственность за нарушение правил рыболовства. Ущербы будут взыскиваться в трехкратном фактически размере, а не говоря уже в период ограничения на лов рыбы. Но для законопослушных рыболовов изменения фактически не коснутся. Уменьшится только количество разрешенных крючков. Если раньше ловить можно было на 10, то по новым правилам только на 5 крючков.